Всех приветствую! Сегодня мы будем делать имитацию стеклянной рамки для фотографий. Эти уроки на YouTube уже есть, но я хочу сделать урок, маленько его упростив и кое-что добавив. Будем делать стеклянную рамку как простую, цветную и разноцветную. Итак, для начала загрузим фон в слайд. Загрузили фон. Поставим, ну, примерно 12 секунд длительность слайда и зайдем в эффекты. Так. Фон мы загрузили. Теперь нам надо загрузить основу для нашей будущей стеклянной рамки. Для этого мы идем, нажимаем на плюсик, цветной слой, выбираем пипеткой примерно вот такой цвет, мы выбрать. Окей. Теперь нам надо размер нашего слоя уменьшить до 67, вот так вот примерно у нас будет. И сейчас мы начнем создавать нашу стеклянную рамку. Пойдем в коррекцию, зайдем в настройка виньетки. Зайдем, цвет нажмем, выберем пипеткой, опять же, белый цвет. Вот белый цвет. Выбрать. И здесь ставим такие значения. Вверху ставим 7. Здесь 21. Здесь 13,5. И вот здесь ставим галочку. Вот мы видим, что у нас такая рамочка получилась беленькая. Нажмем ОК. Теперь нам надо сделать контур, добавить к нашей рамке. Ставим галочку вот здесь. И здесь ставим значение, ну, 2 поставим. Окей, давайте зайдем в эффекты и посмотрим. Вот у нас вот такая рамочка. Она у нас в размере увеличивается, поэтому нам надо вот в первом ключевом кадре она у нас 67, а во втором ключевом кадре 100. Но нам надо, чтобы она была одного размера, поэтому копируем настройки. Следующий ключевой кадр. Теперь опять зайдем в коррекцию и уберем вот этот вот бирюзовый цвет. Заходим в прозрачный цвет. Нажимаем вот сюда. Берем пипетку. И пипеткой шмякаем вот по этому цвету. И цвет пропал. Нажимаем выбрать. Окей. Зайдем опять в эффекты. И мы видим, что вот почти наша рамочка уже и готова. Но это еще не все. Давайте вот этот наш слой переименуем, чтобы нам потом не путаться, и назовем его «Основа». Вот у нас получилось «Основа», этот слой. Теперь нам надо придать ему маленько реалистичности, чтобы он больше походил на стеклянную рамку. Так, для этого мы слой с фоном выделяем и дублируем его. Продублировали. Белую точку поставим где-то 20. Значение это поставим 20. И скопируем все в следующий ключевой кадр. Уменьшим поверхность нашего рабочего стола. Разблокируем вот здесь замочек. И растянем наш фон, вот этот слой, по оси X до примерно 200 единиц. И сдвинем в первом ключевом кадре вот сюда, по краю поставим наш растянутый фон. И также копируем следующий ключевой кадр. Затем идем во второй ключевой кадр и сдвигаем наш фон влево, ставим его вот по этому краю.
Теперь идем в наш слой основы и назначаем его как маской для нашего растянутого фона. И что у нас получается? Вот мы видим, что наша рамка более-менее стала похожа на стеклянную. Но это еще тоже не все. Так, увеличим опять нашу рабочую поверхность. Как мы уже видели, вот так работает это. Но теперь нам надо, чтобы менять цвет рамки, прозрачность, матовость ее, нам надо создать подложку под слой основа. Для этого мы выделяем этот слой основы и дублируем его. Продублировали и пойдем опять в коррекцию. Открываем настройка виньетки и ставим вот здесь галочку. Вот мы поставили галочку и закрываем. И переименуем этот слой подложка. И сместим его под основной слой. Вот сюда. Итак, что мы теперь можем сделать? Мы теперь можем пойти в коррекцию и уменьшить прозрачность этого слоя. Поставить его, ну, 25. Посмотрим, что у нас получается. Вот мы видим, у нас пространство это заполнилось, но оно прозрачное. Для большей видимости можно увеличить непрозрачность. Смотрите, вот так вот будет. Так уже более-менее похоже на стеклянную рамку. Теперь попробуем поменять цвет нашей рамки. Он тоже будет прозрачный. Итак, зайдем в подложку, выделим слой, пойдем в коррекцию, настройка виньетки. И вот здесь нажмем сюда на пипетку и выберем любой цвет. Например, вот этот выберем. Насыщенный синий. Выбрать. Окей. И вот мы сейчас увидим, что у нас рамка стала синего цвета. Можно опять зайти в настройки виньетки, сделать, выбрать желтого цвета рамку. Тогда она у нас будет вот такая. Ну, или можно выбрать, сделать красного цвета. Тогда у нас рамка будет вот такая. Итак, мы сделали цветную рамку, прозрачную, стеклянную. Идем дальше. А теперь попробуем сделать разноцветную рамку. Опять идем на слой с подложкой. Коррекция. Настройка виньетки. Выбираем опять белый цвет. Прозрачность ставим 100. И нажимаем сюда плюсик. И добавляем градиент, например. Ну, допустим, добавить вот этот. Нажимаем ОК. Сместим градиент под слой с подложкой и назначим нашу подложку маской для градиента. И берем также прозрачность до 25. Посмотрим, что у нас получается. Вот мы видим, что у нас разноцветная прозрачная стеклянная рамочка получилась.
Мы можем задать вращение этому фону, движение какое-то, ну все что угодно. Это уже будет зависеть от вашей фантазии. Теперь нам надо вставить фотографию в нашу рамочку. Зайдем в первый ключевой кадр. И, ну, например, добавим вот такую фотографию. Поместим ее сюда и уменьшим до размера нашей рамки. Вот так вот. Скопируем во второй ключевой кадр. Но мы видим, что у нас границы фотографии выходят, будут просвечиваться. Вот посмотрим. Через рамку. Поэтому нам надо для нашей фотографии создать маску. Нажимаем на плюс. Цветной слой. Нажимаем ОК. И уменьшаем наш цветной слой до размеров рамки, которые должны быть видны в фотографии. Здесь мы видим, что она торчит, наша будущая маска из-за краев. Разблокируем замочек и по оси Y уменьшим. Вот так. И скопируем второй ключевой кадр. Вот мы сделали маску и назначим ее маской для нашей фотографии. Посмотрим. Так, вот мы видим, что у нас фотография вписалась, но у нее торчат уголки от фотографии по углам. Для этого нам надо что сделать? Нам надо зайти в маску, в коррекцию, настройки виньетки, поставить вот здесь значение до нуля, а вот здесь поставить, так же как мы скругляли углы, значение 13,5. Окей. Пойдем в эффекты и посмотрим опять, что получилось. Вот мы видим, что у нас фотография все четко вписалась в нашу стеклянную рамку. Так, теперь нам надо как-то оживить нашу картинку. Мы начнем с фона. Уменьшим также рабочую поверхность. Выделим слой с фоном. В первом ключевом кадре у нас будут такие все значения оставаться, как есть. Идем во второй ключевой кадр. Разомкнем замочек и растянем наш фон по оси Y, ну, примерно до такого значения. И поставим его по краю нашей видимой рабочей поверхности. Посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что началось какое-то движение. Теперь зададим движение нашей рамки с фотографией. Для этого нам надо создать управляющий слой. Что это такое, сейчас поймете. Выделим верхний слой, нажмем «Добавить цветной слой». Вот у нас будет слой. Переименуем его. Пишем «Управляющий». Окей. И теперь зададим нашему вот этому белому слою движение. Итак, в первом ключевом кадре наш слой будет находиться. Поставим значение оси Х минус 100. Вот здесь будет находиться наш белый слой. Во втором ключевом кадре он будет стоять по центру. Сдвинем наш ключевой кадр. Вот сюда, примерно сюда. Так, кликаем в конце таймлинии два раза левой мышкой. Появляется еще один ключевой кадр. Сдвигаем его вот сюда. Со второго по третий ключевой кадр у нас управляющий слой будет находиться на месте.
Добавляем также еще один ключевой кадр. Двигаем его сюда. В четвертом ключевом кадре у нас наш управляющий слой сместится вправо. Поставим вот здесь значение 100. И вот мы видим, что он сместился. И добавим пятый заключительный ключевой кадр. Итак, посмотрим, как будет двигаться наш управляющий слой. Вот он идет слева. Стоит со второго по третий ключевой кадр на месте. И с третьего по четвертый уходит. И теперь нам надо слой основу, слой подложку, маску и фотографию привязать к этому слою. Выделяем слой с основой. Выделим первый ключевой кадр. И щелкаем глаз движения по X. Добавить модификатор. Панорамирование по X здесь вон стоит. Панорамирование по X. И привязываем к первому слою. Потому что вот наш слой. Он первый управляющий. Окей. Идем слой с подложкой. Также нажимаем добавить модификатор. Панорамирование по X. Первый слой. Окей. Идем слой с маской. Также добавить модификатор. Панорамирование по X. Первый слой. Окей. И фотография. Также добавить модификатор. Панорамирование по X. Привязываем к первому слою. Смотрим, что у нас получилось. Мы видим, что у нас белый слой двигается, а рамки нету. А все потому, что нам надо выделить управляющий слой, зайти в коррекцию и убрать прозрачность управляющего слоя. Зайдем в эффект опять и посмотрим еще раз, как все это работает. Вот наша рамка с фотографией выехала на середку, стояла. И ушла вправо. Что мы еще можем сделать? Мы можем зайти в управляющий слой и, выделив второй ключевой кадр, сделать сглаженный наклон. Добавить модификатор. Значение функции синусная волна. Здесь ставим. Выделяем второй ключевой кадр. Значит, у нас будет модификатор действовать со второго по третий ключевой кадр. Синусная волна, частота волны. Все так оставляем. Здесь ставим 5. Даже можем поставить поменьше. 4. Нажимаем ОК. И теперь этим же слоям, всем основа, подложка, маска и фотография, также привязываем к управляющему слону, слою, но по сглаженному наклону по Y. Итак, выделяем слой с основой, сглаженный наклон по Y, также правой мышкой, добавить модификатор, горизонтальный наклон, вот написано. Выделяем здесь, ищем горизонтальный наклон. Горизонтальный наклон и привязываем к первому слою также. Первому управляющему слою. Окей. Выделяем слой с подложкой. Также сглажен наклон по Y. Правой мышкой добавить модификатор. Также вот ищем горизонтальный наклон. Горизонтальный наклон. И привязать к первому слою. К управляющему. Теперь слой с маской. Также сглажен наклон по Y. Правая мышка добавить модификатор. Горизонтальный наклон. Привязать к первому слою. Окей. И слой с фотографией. Также добавить модификатор. Горизонтальный наклон. И привязать к первому слою. Когда будете выставлять значение, вставляйте очень внимательно. К какому слою привязываете, вот какой-то он есть по значению, такой здесь ставьте.
Нажимаем ОК. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Вот фотография у нас выехала, встала. И уехала. Кстати, чтобы уж было вообще реальная рамка стеклянная, можно к ней добавить блики. Как это делать, сейчас покажу. Это очень просто. Вот выделим под слоем сосновый вот слой с фоном и добавить градиент. Выбираем вот этот градиент, сдвигаем к центру эти ползунки, чтобы у нас получилось примерно, ну, вот такая полоска. И теперь нам надо черные ползунки сделать прозрачными. Выделяем ползунок черный, убираем прозрачность 0. Еще один выделяем, берем 0, 0, а четвертый ползунок 0. У нас получился вот такой блик. Но у нас под углом, мы поставим его 360 градусов. Окей, вот и наш слой с бликом появился. И вот здесь просвечиваются у нас вот блики на скосах рамки. Теперь нам надо также задать движение нашему блику. Привяжем его также к первому управляющему слою. Идем сюда, нажимаем «Добавить модификатор», «Панорамирование по X» и привязываем к первому управляющему слою. Окей. Ну и чтобы он на месте не стоял, нам надо задать ему движение влево-вправо. Для этого мы опять нажимаем сюда же, изменить модификатор. Но так как у нас уже один есть модификатор, нам надо добавить еще один. Нажимаем плюсик и идем в значение функции. Синусная волна. Ну и пусть эти значения все здесь остаются. Нажимаем ОК и смотрим на нашу красоту. Работает. Ну вот, в принципе, и все. Пробуйте, у вас все получится.